Thank you.
Маленькая девушка. И красивая какая. Прости.
я вас напугала? Ну, я так устала, что вот так взяла и уснула. А вы гномы, правда? Подождите, сейчас я угадаю, кого вам зовут. Ты Док, а ты Весельчак. Соня, молчу, ворчу, чихун и простак. А потом Белоснежка поведала гномам свою печальную историю.
особенно маленькие дети. Праздник. Ну, у нас так скоро Новый год, и все знают, что на Новый год получит муж, спускается, спит посуды или приезжает. И до сих пор не знаем, взрослые люди, откуда он берется, Дед Мороз. Да?